Мы видим, что ваш метод очень отличается от методов других детективов. Как вымышленных, так и настоящих. Но вы, отец Браун, никому не раскрыли вашей тайны. Хорошо, я открою тайну. Понимаете, всех этих людей убил я сам. Что? Я сам убил всех этих людей. Вот я и знал, как все было. Познакомились они, когда молодой Честертон много, как он рассказывает, бродил по Англии, читая то, что вежливо называлось лекциями. Однажды его занесло в Йоркшир. Я заночевал у видного тамошнего жителя, который собрал на вечер тех, кто в состоянии был вынести лекцию. Был там и католический священник, невысокий, с мягким, умным лицом, в котором сквозило и лукавство. Меня поразило, что он сохранял деликатность и юмор в очень йоркширском и протестантском сообществе. Вскоре я заметил, что по-своему грубовато, но его тут высоко ценят. Кто-то очень смешно рассказал мне, что два огромных фермера, обходя часовни и храмы разных конфессий, трепетали перед обиталищем этого священника, пока в конце концов не решили, что он не причинит им особого вреда, а в случае чего можно будет позвать и полицию. Однако они подружились с ним. Да и все с ним поладили и с удовольствием его слушали. Мне он тоже понравился. Но если бы мне сказали, что через 15 лет я буду мормонским проповедником у каннибалов, я удивился бы меньше, чем правде. А именно тому, что через эти самые 15 лет он примет мою исповедь и введет меня в лоно католической церкви. Беседуя с ним, я упомянул одно соображение, связанное с преступлением и пороком. Он отвечал, что я заблуждаюсь или пребываю в неведении. И чтобы я совсем не запутался, поведал мне о некоторых вещах, которые я тут обсуждать не буду. Надеюсь, вы помните, что в юности я представлял себе ужасные мерзости. И очень удивился, что тихий, милый холостяк побывал гораздо ниже. Мне просто в голову не приходило, что бывают такие ужасы. И тут я захотел написать рассказ, где неведущий зла священник знает больше всех о преступлениях и преступниках. Я неуклюже выразил это в сапфировом кресте, а там и в других историях, которыми мучил мир. Гилберт Кит Честертон. Бог с золотым ключом. Посмотрите на звезды. Правда, они похожи на алмазы, на сапфиры. Правда. Представьте, алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна синяя. Сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что это хоть на йоту изменит закон разума и справедливости. На опаловых равнинах, среди жемчужных скал, вы найдете ту же заповедь. Не убей, не укради. Фламбо. Давайте-ка сюда крест. Мы тут одни. Я могу распотрошить вас, как чучело. Я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас запястье изуродовано. Это от наручников. А, черт! Заорал Фламбо. Вы-то откуда знаете про наручники? От прихожан. Наверное, потому что я простак-холостяк. Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Гилберт Кит Честертон. Сапфировый крест. Это первая встреча Фламбо, дерзкого, изобретательного вора, с сельским пастырем, который будет срывать все его коварные замыслы во множестве рассказов. До тех пор, пока, наконец, не приведет его к покаянию и добродетельной жизни,
И это еще один секрет детектива в сутане. Его цель – не поймать преступника, а спасти его душу. Я хочу, чтобы вы отдали бриллианты, фламбо. Я хочу, чтобы вы покончили с такой жизнью. У вас еще есть молодость, и честь, и юмор. Но при вашей профессии надолго их не достанет. Можно удержаться на одном и том же уровне добра. Но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет под гору. Я стал лицом к лицу с мрачными, но весьма живыми проблемами души. Они меня очень мучили. Я мог бы сползти к компромиссу, а то и к поражению, если б вдруг не заглянул в бездну, лежащую у моих ног, и удивился своему удивлению. Было нетрудно поверить, что католическая церковь знает о добре больше меня, но что она больше знает о зле, это поразительно. Из автобиографии Честертона. «Я разрешил себе очень плохо поступить со своим другом», – пишет Честертон. «Примять его шляпу, растерзать его зонтик, лишить опрятности одежду, подменить ум и остроту взгляда чем-то вроде пудинга. И вообще обратить отца О'Коннора в отца Брауна. А еще мой герой ничем не занят. Он просто болтается где-нибудь на случай убийства». Это почти автопортрет. Честертон разбавил прекрасные свойства пастыря из Йоркшира своей неуклюжестью и рассеянностью. Он мог, например, посреди пути забыть, зачем пошел, и отправить жене телеграмму, как навигатору: «Нахожусь там-то, куда я должен идти». Это он носил вечно помятую шляпу. А еще неизменные улыбки вызывал обхват его талии. Однажды при встрече с Бернардом Шоу, они любили пикироваться, Честертон сказал: «Глядя на вас, можно подумать, что Англия голодает». «Зато, глядя на вас, — парировал Шоу, — можно подумать, что виноваты в этом вы». Ну и, наконец, это Честертон, а не отец О'Коннор, объявил себя серийным убийцей. Не так давно, летним вечером, спокойно озирая мою незаслуженно счастливую жизнь, я прикинул, что совершил не меньше 53 убийств и спрятал добрую сотню трупов. Один я повесил на вешалку, другой затолкал в сумку почтальона, третьему подменил голову. Да, конечно, все это я проделал на бумаге. И очень советую начинающим выражать свои преступные склонности таким же образом, не портя прекрасный замысел несовершенствами падшего мира. Из автобиографии Честертона. Я тщательно подготовил каждое преступление. Я упорно думал, как можно совершить его. В каком состоянии должен быть человек, чтобы совершить его? И когда я знал, что начинаю чувствовать так же точно, как чувствует убийца, мне становилось ясно, кто он. Ну и напугали вы меня. Я на минуту поверил, что вы на самом деле их поубивали. Нет, нет, разумеется, я не убивал своих жертв физически. Я был, так сказать, в роли дублера. Я пытался проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда? Я жду до тех пор, пока я не начну думать его думами. И пока не найду, как и он, самый короткий, самый прямой путь к кровавой луже. Я жду, пока стану убийцей. Что ж, это хороший образ. Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию, отец Браун сильно ударил по печке трубкой, которую собирался набить? Нет, 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 сказал он чуть ли не гневно. Никакой это не образ. Стоит завести речь о какой-либо нравственной истине, и вам сейчас же скажут, что вы выражаетесь образно. Один человек, настоящий, двуногий, сказал мне как-то:
Я верю в Святого Духа лишь в духовном смысле. Я, конечно, спросил, как же еще в него верить? А он решил, что я сказал, будто надо верить только в эволюцию, этическое единомыслие или еще в какую чушь. Еще раз повторяю, я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства. Гилберт Честертон. Тайна отца Брауна. Боюсь, что вам еще придется многое объяснить, пока я пойму, о чем вы говорите. У вас там выигрышная ситуация. Я плохо объяснил, но все это сущая правда. Человек никогда не будет хорошим, сказал отец Браун, пока он не поймет, как он плох или каким плохим мог бы стать. Как мало у него права ухмыляться и толковать о преступниках, словно это обезьяны. Пока он не перестанет так гнусно обманывать себя, так глупо болтать о низшем типе, о порочном черепе. Пока он надеется загнать преступника и накрыть сачком, как насекомое. Что такое человек, чтобы ему судить других? Нас очень многое роднит, святой отец. И вы, и я боремся против зла. Только разными средствами. Вы думаете, что злом можно побороть злом? А вы думаете, что зло можно побороть добром? Какая темная пропасть в вашей душе. Это ужасно. Это ужасно. Я помолюсь за вас. Родился я в почтенной, но честной семье. Я хочу сказать, в том мире, где слово «почтенный» еще не всегда было ругательством и сохраняло неясную связь со словом «чтить». Крестили меня по канонам англиканства. Мой отец напоминал бы Пиквика, но у него была борода и не было лысины. Он носил очки, отличался благодушием и очень любил путешествовать. Он перепробовал с успехом массу искусств и ремесел. Он рисовал акварели, мастерил волшебный фонарь, увлекался фотографией, лепкой и цветным стеклом. Я из всего этого перенял лишь страсть к рисованию. Во всем остальном я ничего не смыслю. А еще отец соорудил кукольный театр. И одна сценка стала первым воспоминанием его сына, которое повлияло на всю его жизнь. Там был важный, чуть ли не спесивый человек, с завитыми усами, в большой короне, золотой или позолоченной, и он держал огромный блестящий золотой ключ. И был замок с девицей в окне башни. Я не помню ее лица, но готов сразиться со всяким, кто усомнится в ее несравненной красоте. Взрослые не играют как дети не потому, что им не интересно, а потому что им некогда. Недавно я попытался поставить пьесу в кукольном театре. Сцену и героев я смастерил сам, поэтому мне не пришлось платить за вход. Я купил лишь коробку плохих красок и лист хорошего картона. Ни над одним рассказом я не трудился так прилежно, но дело не пошло. Пьеса о Георгии и драконе так и осталась незаконченной. Я не достроил дворец султана и не сумел сделать так, чтобы раздвигался занавес. Когда я думаю об этом, мне кажется, что я прикоснулся к истине вечной жизни. Если я попаду в иной лучший мир, я надеюсь, у меня будет время заняться кукольным театром как следует, и что тогда мне отпустят чуточку сверхчеловеческой силы, без которой не поставишь кукольную пьесу. Гилберт Честертон. Кукольный театр. Возможно, отсюда эта страсть к перевоплощениям у Фламбо, которого так хочет наставить на путь истинный отец Браун. И удалось ему обратить заблудшего, как раз когда тот разыграл на Рождество комедию «Дель Арте», такую близкую родственницу кукольного балаганчика. Почему бы нам не сыграть настоящую английскую веселую пантомиму?
Да. С клоуном Коломбиной и всем прочим. Я хочу видеть хорошую потасовку, раскаленную кочергу. Кочергу, кочергу. И полисмена, которого разделывают. Да. На котлеты. Пойдемте, пойдемте. Нет, не хочу. Я буду Коломбиной, а вы панталоны. Ну вот, значит, все устроено. А мистер Марч будет клоуном. Но... Он ведь журналист. Следовательно, знает все устаревшие шутки. А я буду Арлекино. Философия театра кукол достойна всяческого внимания. Он напомнит вам об основном эстетическом законе, который, боюсь, вот-вот забудут. Искусство немыслимо без рамок. Искусство и есть ограничение. Неужто вы не замечали, как хорош пейзаж, если глядишь на него из-под арки? Эта рамка, отсекающая все лишнее, не только украшает. В ней сама суть красоты. А если мы поймем это... Поймем и почему маленькие страны одухотворяли мир. На улочках Флоренции нашлось место для ада, чистилища и рая. Но Данте было б тесно в империи британской. Империи скучны, о них не напишешь великой поэмы. Гилберт Честертон. «Это было самое красивое мое преступление», — вспоминал Фламбо. Веселое и уютное. Он не только стянул три знаменитых бриллианта, которые назывались летучими звездами, но и обставил все так, что настоящий, пришедший его арестовать полисмен, был всеми принят за участника пантомимы, а сам вор преспокойно улизнул. Вот только от отца Брауна, на которого из озорства он нахлобучил ослиную голову, ему уйти не удалось. Я знаю, что вы где-то здесь, в кустах, что в одно мгновение вы можете исчезнуть, как обезьяна в лесу. Когда-нибудь вы станете старой, седой обезьяной, Фламбо. Вы будете сидеть в своем вольном лесу, и на душе у вас будет холод. И смерть ваша будет совсем близка, и верхушки деревьев будут совсем голыми. Много я знал людей, которые начинали, как вы, благородным разбойником, веселым грабителем богатых, и кончали жизнь в мерзости и грязи. Летом 1917-го немецкие самолеты жестоко бомбили Лондон. Один из налетов Честертон провел в гостях. Туда был приглашен настолько яркий человек, что война не смогла прервать беседу. Говорил он по-французски, совершенно не умолкая. Мы все притихли. А то, что он говорил, довольно характерно для его народа. Многие пытались определить это, но проще всего сказать так. У русских есть все дарования, кроме здравого смысла. Он был аристократ, помещик, офицер царской гвардии, полностью преданный старому режиму. Но что-то роднило его с любым из большевиков. Мало того, с каждым встречавшимся мне русским. Скажу одно. Когда он вышел в дверь, показалось, что точно так же он мог бы выйти и в окно. Коммунистом он не был. Утопистом был. И утопия его была намного безумнее коммунизма. Он предложил, чтобы миром правили поэты. Поэты всегда поймут друг друга. Он был настолько учтив и великодушен, что предложил мне, тоже поэту, стать полноправным правителем Англии. Италию он отвел Д'Аннунцио, Францию – Анатолию Францу. Примерно на этой стадии я, как говорится в ремарках, заметил шум за сценой, а там и страшный грохот войны в небесах. Силы злобы поднебесной изливали огненный дождь на великий город наших предков. Видимо, Пруссией правили не поэты. Мы, разумеется, продолжили разговор, только хозяйка принесла сверху ребенка. План поэтического правления разворачивался перед нами. Трудно в такие минуты совсем не подумать о смерти. Что может быть лучше, чем умереть в особняке в центре Лондона
когда русский безумец предлагает вам корону Англии. Из автобиографии Честертона. Русский безумец – это Николай Гумилев. Мне обещали устроить встречу с Честертоном, сообщает он Ахматовой. Его здесь или очень любят, или очень ненавидят. Но все с ним считаются. Он пишет также и стихи, совсем хорошие. Пускай гремят критические пушки, колебля театральный небосклон. Пусть явно низковато дверь избушки, и замок из холста сооружен, и толстой феечке полет смешон, и нитки белые видны в сюжете. Пусть механизм иллюзий обнажен, есть вещи неподдельные на свете. Увы, никто не избежит ловушки, наступит и последний наш сезон. Шуты, герои, примы и простушки, мы все уйдем с подмостков этих вон. Мой принц, хоть меч у вас простой картон, и задней стенки явно нет в карете, и слишком шаток бутафорский трон, есть вещи неподдельные на свете. Гилберт Кит Честертон. Баллада театральная. Николай Степанович тоже был слегка разочарован лондонскими гостинами. Я беседовал со множеством знаменитостей, в том числе и с Честертоном. Все это безумно интересно, но по сравнению с нашим дореволюционным Петербургом все-таки провинция. Они были многим похожи, горячей верой во всяком случае, и оттолкнулись, как одинаковые полюса. Но, как ни ироничен Честертон, их встреча оставила след в его душе, раз он вспоминает о ней спустя много лет в автобиографии. Как знать, не зажег ли его Николай Степанович своей страстью к странствиям. Когда война отгремела, Честертон поехал в Палестину и, конечно, посетил Лиду, родину святого Георгия. Вся эта красивая пустынная земля звенит его именем, как медный или бронзовый щит. Говорят, в этих песках Ричард Львиное Сердце впервые воззвал к святому и украсил его крестом английское знамя. Не думаю, что в этой пустыне Георгий Победоносец сразился с драконом, но Иисус сразился с дьяволом здесь. Гилберт Честертон. Битва с драконом. Вскоре после возвращения из Святой Земли Честертон стал католиком. Когда меня или кого-нибудь спрашивают, почему, мы отвечаем быстро и точно, хотя и не для всех понятно. Чтобы освободиться от грехов. Зло таилось в сфере чувств и воображения. Его могла победить только исповедь. И только одна религия осмелилась спуститься со мной в недра моей души. Таинство покаяния дает нам новую жизнь и примиряет с миром. Но не так, как примиряют оптимисты и поборники наслаждения. Радость дается нам не даром. Цена ей истина, или, если хотите, реальность. Мы должны увидеть себя такими, какие мы есть. Удивительно, что не только отец О'Коннор, но и отец Браун привел его к этому. Потому что детективные истории об отце Брауне, которые уже были написаны к этому времени, предлагают нам взглянуть на таинство покаяния с непривычной для большинства стороны. Глазами священника, который берет на себя грехи кающегося и молится вместе с ним об их прощении и исправлении. На это, конечно, способна только настоящая отцовская любовь. Это и есть тайна отца Брауна. И он, само собой, не мог раскрыть ее собеседнику до конца, как тайну исповеди. История моей жизни кончается, как всякий детектив. Загадки разрешены, на главный вопрос найден ответ. Но для меня мой конец – мое начало. Я верю, есть ключ, открывающий все двери. Едва подумаю о нем, передо мной встает мое детство. Я вижу человека на мосту с ключом, которого я увидел в стране чудес папиного театра. Но теперь я знаю, что тот, кого зовут Понтификс Максимус, строитель мостов, зовется Эклавигер, несущий ключи. А получил он эти ключи, чтобы связывать и разрешать, когда рыбачил в далеком захолустье, у маленького, почти тайного моря.
Гилберт Кит Честертон из заключительной главы автобиографии.